7 дней назад один из спутников обнаружил выброс тепла над Антарктидой. Это пирамида. Конкретней, что это за место? Пирамида на глубине 700 метров подо льдом. Войдем в историю. О боже. Здесь приносили в дар богам избранных. Это еще что? Что это было? Люди опускаются! Бежим! Как этот зал называется? Зал, где приносят жертвы. Многое прояснилось. Тепловое излучение всего лишь ловушка. Охота не на нас. Нас вовлекли в войну. Мы для них как скот. Хочешь меня слопать? Жалкий ублюдок! Чужой против хищника.